Юношеская сборная Армении завоевала две золотые медали на стартовавшем в Польше чемпионате Европы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Золото взяли Микаэл Челокян и Александра Григорян. Александра Григорян подняла по сумме двух упражнений 167 килограммов. Она также выиграла малое золото в рывке и толчке, подняв соответственно 73 и 94 килограмма. К слову, Александра, подняв в толчке 94 килограмма, установила рекорд Европы среди юниоров. Челокян набрал в сумме 182 килограмма. В рывке юный армянский тяжелоатлет поднял штангу весом 81 килограмм, в толчке 101 килограмм. Микаэл выиграл малое золото в обоих упражнениях. Чемпионат Европы среди юношей, стартовавший 10 августа, завершится 17-го.